Итак, по наводкам местного одного человека, который сейчас зашел ко мне, ну, уже прошло сейчас много времени, я подраскопал уже. В итоге я смял, короче, это крыло, хотел целиком, ну ладно, не о том речь. Он, короче, рассказал мне всю эту историю. Типа, так, подходит, все, карантин, понятно, все. Ну и говорит. Тут, короче, у мужика загорел москвич 21-41, судя по всему, это вот он. Я говорю, короче, он сказал, вот это, наверное, москвич. Да я такой, да не, это Запорожье, тут сразу видно. Да я сказал, наверное, вот тот. Короче, ясно, теперь, судя по всему, я точно не знаю, правда, это не правда. Человек мог ошибаться. Так что, вот там, скорее всего, москвич 21-41. Потому что здесь заднемоторное расположение двигателя видно. То есть тут полюбасу, я не знаю. Ну, возможно, все-таки нет, это не Запорожец, а что-то другое, но тут, я не знаю. Купешка двухдверная с ребрышками на заднем крыле. Наверное, все-таки москвич. Так что вот тут он так вот лежит, подпильный. А вот там смятый в хлам москвич 21-40. Ну вот, вроде все. Сейчас вот попробую еще пообкопать, дерну вот это вот. Приварено где-то там, сейчас увижу. Наверное, буду заканчивать на сегодня, потому что я, мягко говоря, даже часочек копаю практически. Можно и пойти домой уже, все. Я выкапывать полностью не буду. Да тут еще копать и копать. Так что я сейчас сколько смогу, как говорится, и все, заканчивать буду.